Юбилейный концерт «Танцы на высоте 15.0» состоялся в зале городского центра досуга 16 мая. Программа вечера была представлена самыми лучшими, яркими и разноплановыми номерами всех возрастных групп коллектива. Пятнадцать лет назад хореограф Светлана Смирнова создала в городском центре досуга творческий коллектив «Каприз». С тех пор каждый год к ней с большим удовольствием на занятия танцем приходят юные десногорцы. Сейчас коллектив состоит из трех возрастных групп. Его посещают 48 воспитанников. Самым маленьким в юбилейный вечер была представлена возможность показать, чему они научились на занятиях за год. Взрослые же участники коллектива покорили зрителей нежными, завораживающими танцевальными композициями. «Танец зима» с вуалью уже не раз имел успех у десногорской публики. Вот и в этот вечер в зале долго не умолкали аплодисменты. За 15 лет коллектив зарекомендовал себя высоко как в городе, так и далеко за его пределами. Он не раз становился победителем муниципальных, областных и международных конкурсов и фестивалей. Все свои достижения и победы воспитанники «Каприза» продемонстрировали в этот вечер зрителям. Завершился юбилейный концерт поздравлениями. Главным подарком хореографическому коллективу «Каприз» на 15-летие от городского центра досуга стал огромный торт, который выкатили на сцену на специальной тележке. Ребята были просто в восторге.